Всем-всем огромный привет! Наступило время провести конкурс. Наконец-то я собралась. И давайте начнем. Сначала покажу подарки, а потом расскажу условия. Давайте так. Первый подарок, насколько я знаю, лучше дарить то, что хочется самой. Не так давно я купила свою мечту. Это набор от Milk Sweets. Здесь входит крем-гель для душа, клубничный коктейль, крем-коктейль для тела, тропический рай, и самое для меня интересное, крем-бальзам для рук и ногтей с ароматом апельсина. Такой он прямо там позитивный, вот видите, оранжевенький. Вот такой вот красивый, позитивный, мне кажется, самое что ни на есть подарочное конкурсное оформление, набор. Ну, чтобы один набор не шел, я так подумала, гель для душа есть, крем для тела есть, крем для рук, получается, тоже есть. Давайте добавим еще жидкое мыло с ароматом цветка апельсинового дерева от Le Petit Marseillais. Также добавим крем для ног. Это мой любимый крем от Avon Footworks с ароматом лаванды. Он такой сиреневый, даже цвет лаванды имеет. Но открывать не буду, потому что не мое, да, получается, это уже не мое. Ну и еще одно средство, это будет аромат, тоже от Avon, Butterfly. Это мой любимый, один из любимых, наверное, правильно сказать, один из любимых ароматов. Надеюсь, кто его получит, тоже оценит. И если вы любите косметику подобного плана, аромат подобного плана, то я приглашаю участвовать в моем конкурсе, если подарок вам покажется достойным. Ну, теперь условия. К сожалению, цены почтовые даже на ближнее зарубежье еще поднялись. То есть я раньше себе не очень могла позволить послать ближнее зарубежье, то теперь и подавно стало тяжело, поэтому конкурс будет для России. Мальчики, девочки, я думаю, любого возраста, но если вы ребенок, то мне нужно будет разрешение родителей, что они согласны и в курсе, что вы будете участвовать в конкурсе. Наверное, так. То есть, если победит ребенок, то мне нужна будет ссылка на вашего родителя. А так, если вы в паспортном возрасте, начиная с 14 лет, то, конечно, принимаете участие сами. В общем, конкурс по России. Условие единственное – написать комментарий. Но чтобы было интересно как вам, так и мне, давайте комментарий напишем какой-нибудь интересный. Я долго думала, какой вопрос вам задать, но чтобы и мне было интересно. И решила вот какой. Напишите, пожалуйста. В общем, у каждого человека в детстве, ну или из юности, из какого-то прошлого, наверняка был такой человек, который как-то разнообразил вашу жизнь, или чему-то вас научил, или вот внес какую-то лепту в вашу жизнь. Чаще это бывает там мама, папа, может быть, близкий друг, дядя, тетя, какой-то сосед. Но человек, который что-то изменил в вашей жизни или как-то на нее повлиял. Напишите, был ли это у вас такое. Но если не было, то так и напишите. Ну, не было такого случая. Может быть, просто какая-то фраза нравится в жизни, которая вас ведет по жизни. Или качество в людях какое-то нравится, и оно вот... Вы в себе его вырабатываете, хорошее. Ну, в общем, то, что делает вас лучше или сделало когда-то. В общем, вот так. Ну, и чтобы не быть голословной, наверное, давайте я начну с себя. В моей жизни очень повлияла на меня моя мама. Когда я была маленькая, она очень много времени проводила с нами. Ну, со мной и сестренкой. Играла с нами, читала нам на ночь. И ходила гулять лично с нами, вот чтобы мы как бы общались. И по жизни она осталась моей подругой. То есть для меня вот мама – это первый близкий друг. И сейчас мы живем как бы вместе, и мне нет такого, что, знаете, как у некоторых... Родители угнетают, что как хорошо жить одной. Нет, мама всегда рядом, и она для меня как бы вот первая такая помощница. Даже когда мне трудно, я там к ней обращаюсь. И благодаря ей я пытаюсь... Вот то, что мне нравилось с моего детства, это внедряю в своей семье. Например, я также общаюсь со своим сыном. Я хочу, чтобы он меня чувствовал как друга.
И я очень хочу, чтобы когда он вырос, я для него оставалась другом таким, какой для меня сейчас является мама. То есть я ей благодарна за то, что у меня теперь сейчас растет маленький мой друг, мой сын, с которым мы тоже проводим время, и мне с ним очень-очень интересно. Ну, теперь ваша очередь. Так что рассказывайте, что было у вас интересное такое в жизни, с какими людьми у вас что-то интересное связано. Но я думаю, даже если вы не выиграете в конкурсе, то почитать комментарии – это будет позитивно, ободрительно и очень интересно. Поэтому пользу получим абсолютно мы все. А тот, кто победит, конечно, я желаю успехов. Мне хочется, чтобы победил тот, кому эти подарки очень-очень нужны и очень-очень понравились. Ну, наверное, когда победит, я там решу, может быть, еще что-то добавлю от себя, потому что многие знают, что я шью, то, возможно, будет еще сюрприз. А сейчас прощаюсь. А, да-да-да-да. Сколько будет длиться конкурс? Я не помню, сегодня 20 какое-то, да? Ну, давайте до конца месяца. 1-го, давайте, февраля я сделаю итоги. Вот так. Потому что я не помню, какое сегодня число. 22-е, кажется. Ну, в общем, до 1 февраля давайте проведем этот конкурс. Все. Всем успехов и всем пока. Хорошего вам настроения.